Задний привод без Самсонова. Малыгин, Шабусов, Краснобаев, Левчук, Алаев, Щетинин. Снутри. Получится у него снутри уехать от них, нет? Ну, пропускайте уже. Кто первый? Опять Левчук. Посмотрите, какой резкий парень. Говорят, что смотреть будет нечего, потому что один Щетинин. Я что-то вот смотрю, тут есть уже что смотреть. И они решили как-то нас побаловать. Да. О, пятерочка, смотри, какой. Смотри, ну, Алаев впереди. Алаев, потом Левчук, потом Щетинин. Потом Малыгин. Теперь уже Щетинин второй. Нет. Отнюдь. Дядь Гена Фирсов идет. Сань, ну ты что сегодня едешь-то так непредсказуемо? Сань, что-то сегодня дрочит. Вот посмотрите, Хакасия. Вдохновленный успехами своего земляка, Алаев вырвался вперед. Тут будет замес сейчас. Краснобаев ничего не видит. Ой, о, опять по валам. И Саню еще пиздану. Да. Там уже он виноват. Малыгин тоже залез на вал. Все. Все, теперь они вот так, наверное, и поедут. Здесь будет пятерка с Волгой и шестерка с Волгой. Левчук, видать, загнул что-нибудь там сейчас впереди. Ну, Саня, ну ты-то... Разве можно так хакасам давать такую фору? А там нету снутри, не на что опереться опять. Это все пополам. Далеко, далеко. А там трамплинчик, он опереться не может, она закусывается. Ну все. Это уже последний. Сейчас еще круг. Еще надо, Саня сейчас пойдет на последнюю без датчик. Я так думаю. Саня, надо валить. Саня, слышишь? А что тут, вали, не вали. Никуда он не валит. Еще раз. Алаев, Щетинин, Малыгин, Левчук. Смотри, не тронул вираж нисколько, не тронул. Брустер. Нет, нет, точно. Блять. Ну давай, а вы там на базе? Ага, давай. Блять, Саня может съесть его, осталось чуть-чуть там. Как выйдет сейчас? Ну, сейчас как поворот этот выйдет. Да, блять, Цумин позвонил, нет, как всегда, не вовремя. Давай, 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 подкатывай, подкатывает, подкатывает. Да хер его знает, сейчас еще. Нет. На прямой. Саня, съедай. Я! Блядь!